И в заключение новости культуры. Впервые в Молдове шоу японских барабанщиков. Артисты сочетают игру на ударных с другими национальными инструментами, при этом танцуют, шутят и удивляют. Японских барабанщиков любят и знают во всем мире. Наша съемочная группа встретила артистов в аэропорту. Такое количество багажа, наверное, не привозил еще ни один коллектив. Традиционные японские барабаны тайко занимают столько места, что один из них не поместился в багажное отделение самолета. Он прилетит завтра отдельным рейсом. Группа «Да-да-да-да» Антенка уже объездила полмира, но в Кишинев прилетела впервые. Я слышал, что Молдова очень красивая страна, поэтому мы решили приехать сюда с концертом. Наша программа выступлений совмещает традиции японской культуры и современные музыкальные мотивы. Приходите на наш концерт, разделите веселье с нами. Let's enjoy with us. Шоу «Да-да-да» Дантенко было создано в 1987 году. Сегодня в группу входит 9 артистов. Визитной карточкой коллектива стали не только барабаны, но также индивидуальный танцевальный стиль. Выступление состоится уже завтра в 7 часов вечера в Национальном дворце. Билеты можно купить в кассах дворца.